Футбол, пожалуй, это самый популярный вид спорта не только в России, но и во всем мире. Футбол играют во дворах, школах. Для более серьезных занятий существуют спортивные клубы и школы. Таганрог в этом смысле не стал исключением. Город имеет свою профессиональную футбольную команду. И уже несколько лет в Таганроге развивают детский спорт. Мальчишки играют в футбол с большим азартом. А в конце марта школа талантов футбольного клуба «Таганрог» провела турнир памяти заслуженного работника физической культуры России, тренера Владимира Герасимовича Кутушова. В нем приняли участие 6 детских команд из Таганрога, Ростова-на-Дону и Новошахтинска. «Таганрог» представляли команды ДЮСШ номер 1 и 2 футбольных коллектива школы талантов. Турнир прошел очень удачно, все были довольны. Мы благодарим всех, кто помогал в организации этого турнира. По итогам соревнований лучшими стали юные футболисты города Таганрога. Золото турнира получила команда школы талантов ФК «Таганрог». Серебро досталось футболистам из Новошахтинска. Бронза также у Таганрогской школы талантов. Торжественное награждение победителей и призеров соревнований прошло на современном искусственном поле стадиона «Торпедо», где в течение нескольких дней и проходил турнир памяти Владимира Кутушова. Эти сегодняшние пацаны в будущем наверняка видят себя в большом футболе, и для многих из них дорога туда начнется в Таганроге.